Вы все знаете. Arizona RP Phoenix. Это неделя реакций в поддержку канала Семен. Arizona RP Phoenix. Вся информация в описании. Давайте приступим к ролику. 54 тысячи непрочитанных. Фига, у меня всего 600 или 500. 54 тысячи заявок в друзья. По активности моя страница ВКонтакте почти как полумиллионный паблик. Как у Павла Дурова. Я провожу слишком много времени. Пощу всякий бред и общаюсь с некоторыми... Я также, добавляйте меня в друзья ВКонтакте. Из вас. А сообщения мне приходят достаточно информативные. Вот, допустим. Мы просто вот так вот делаем. Заходим вообще вот в рандомный диалог. Пишет рандомный, да? Стас Иванов. Фига, даже сердечки отправлял. Отправляет мне стикер. Он мне скидывал тут мемчики всякие. Давайте ему наберем. Красава. Ну, не отвечаешь, так не отвечаешь. Вопрос закрыт. Ладно, ну вы поняли. Приятного просмотра. Вот Лёша Ухо пишет аж... Ухо, реально? А может спина? ...декабря 2019 года. Дашь ПЖ 15 рублей, это денег не хватает на игру. А чё за игра? Ёпта, сколько здесь всего. И сегодня он снова просит 15 рублей на дошек. Ровно так же, как и 26 декабря 2019 октября. Года. Напомню, что сейчас 26 апреля 2021. Наберем Лёше Ухо. Кинул, обосрался. Жесть. Нах читать. А, блин, я же рофлил, у меня тут бабушка физику делает. Я говорить-то не могу. Покажи бабушку. Ща. Блин, серьезно. Бабушка Зачем молодец. Зачем ее мучаешь? Почему сам не сделаешь? Рукожоп. Понятно. Может, тупой просто. Кита, чекни видос. Какой? Вау, а что там в конце? Больше похоже на страусиную морду, кстати. На какое-то пятно похоже. Алло, зачем ты мне страуса Алло. Скинул? Видос. Так а зачем мне там страус на видосе? Не страус, а утка. А, вот в чем пасхал. Блин, а звонками ВКонтакте кто-то пользуется вообще? Даже не знаю, типа, ну это же говно полное, не нужно, по-моему, никому. Блядь, ну, да. Но если кто-то пользуется, то лайк, комментарий, поддержка, все сами понимаете. Никитка, хочешь подарок сделаю? Какие? На Юме могу подарить. А, я просрал эти акции. Все, не подаришь подарок пока. Блять, подарок зажал. Максим Нестерук, 11 сообщений. Жесть, добавь, Максим. Пожалуйста. Никит. Добавь. А я всех добавляю, друзья. Мне не надо писать, всех добавляю. Ссылка на ВКонтакте в описании. Плиз, Никита, посмотри. Ау, о, увидел. Добавь в ДР, добавь в ДР. Ты чё? Ты чё? Ты чё? Ну бля, ты топ. Вот сейчас не запикивает Вердич. Вот в прошлом видеоролике, который до этого вышел, он запикивал, а сейчас он не запикивает. Почему? Топ. Я не понимаю. Блять, тоже такой стикер нашел. Ты читер. Тебе позвонить нельзя, поэтому я тебя просто добавляю. Кстати, фотка классная. Вот опять-таки обман, Вертич, ты обманщик. Звоню подписчикам, а он что делает? Давайте отмотаем. Он пишет подписчикам. Вертеич, ну как так можно? Я вижу, ты тут вор в законе настоящий. А я может быть засужу, нет? Я засужу, блядь, тебя. Я, сука, вместо тебя бабки воровать буду. Я засажу тебе нахуй. Все бабки сворую нахуй. Жди меня, я скоро приду. Тебе не жить. Я буду Вертеич 2.0. Я украду все у тебя и буду воровать деньги. Ты меня услышал? Алло! Ты меня понял? А, блядь, ничего не понял, но очень интересно. Вообще круто. Давайте позвоним кому-нибудь еще. Алло. 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 Алло, да. Нихуя себе, мягко говоря. Алло. Ничего себе. Алло. Алло. Ну там как бы видно то, что я говорю. Ну, ладно, неважно. Ну, заявочку бы принять было неплохо, было честно бы говоря. Отлично. Принимаю. Адриан Прохоренко. Исходя из этих сообщений, я понимаю, что он мой фанат, и он очень рад, что такое, как я есть. Он попросил продолжать в том же духе, побольше... Вертеч крутой. Здоровья, удачи в будущем пожелал, и чтоб видосов побольше было. Был в сети 1 минуту назад. Звоню. Сейчас зайдет. Алло. Алло. Зашел, реально, я же говорю, зайдет, зашел. Зачем ты мне пишешь? Алло, зачем ты мне пишешь? Привет. Хай. Это реально? Не, я его брата, Вертеич срать пошел. Ща позову. Блин, реально? Вертеич. Все, вот он сел за стол. Блин, как легко насмешить подписчиков Вертеича, это просто ужас. Еще за скмит, правда, грубо назвал. Все, принял заявочку, идем дальше. Кто у нас там дальше? Андриан сошел с ума, пишет. Ебать, нихуя, че нахуй? Да, именно так. Помню время, когда у меня не было канала, и мне не отвечал ни один блогер. А мне отвечали блогеры. Надо правильных блогеров выбирать. Вот я отвечаю, Вертеич отвечает. Значит, кто-то третий не отвечает. Кто это? Я не знаю. Примерно мне понятно, что он чувствует, да и вам тоже. И мне это нравится. Идем дальше. Да так, всем понятно. Пишет Федя Паничев. Вертеич, Панчев. У ролик топ. Паничев, как дела, ладно. Надеюсь, хорошо? А ты точно онлайн? А, да, точно, скорее всего, нет. Адутту.
Не могу говорить, правда. А чё, настоящий? Да, мне не поверят. Меня принят за психа. Так ты псих, ты сам с собой говоришь. Удаляем все эти сообщения. Всё. Амиран Гасымов. Блин, вот он плохо поступил. Амирхан Гасымов. 52 сообщения. Никита, срочно, ответь, брат, важно. 26 марта. А сейчас 26 апреля, когда он ролик снимал. Ну даёт, блин. Брат, прошу, Нига. А, осуждаю, а Нига это алло, осуждаю. Никита. Алло, да, тебе там пизды сейчас дадут. Что? Чё он там на тебя кричат? Подожди, ты серьезно? Ну кричат и кричат. На каждом видео твоих у меня лайки стоят. Ты видос... У меня тоже. Серьезно? Ага. Вот и он и в мой видос он попадет. Отвечаешь, я попаду к тебе в видос. Передаю привет Тарасу Янгову, а брату своему Эдгару. И вообще тебе привет, ты красавчик. Амирхана Гасымова добавляем, друзья. И идем дальше. Адель Калашников пишет мне. Тебе пизда. Ебать, он прям, поняли, типа вот в лицо идет к страху, лицом к лицу к страху. Поднимай давай. Короче, ясно, зассал. Добрый день, Никита. Как жизнь бандитская? Только что на стрелку гонял. Да чё ты? На забив, может? Чел слился. Я никого не просил мне писать, никому не говорил на тот момент, что я буду что-то... Он меня подговорил снять реакцию на этот видос. Записывать эти сообщения я получаю каждый день. Представляете? Ладно. Неплохо. Спасибо за просмотр и всем пока. Все закончилось уже, друзья. Опять-таки. Ну ладно, давай до конца досмотрим. Так, ну-ка. Все, друзья, все закончилось. Спасибо вам за просмотр. Arizona Rally Play Phoenix. Не забываем, айпишник в описании, мой никнейм в описании, все в описании, промокод также в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока и всем, разумеется, до свидания. И еще раз пока. И до свидания, и пока. Хотя, блин, вот я, знаете, до 8 минут не дотянул. Блин, как бы дотянуть до 8 минут-то этот видос? Что-то я прям вот, блин, не знаю. Ну ладно, не буду дотягивать. Всем пока и увидимся тут же завтра в 20:00. Это неделя реакций. Все замечательно, все круто, все отлично. Всем пока.